Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с компанией Ugreen, а именно с очередной их мышкой, которая имеет закус под Logitech MX Master, и вышла она совсем недавно, где-то около месяца тому назад, вот в таком виде. Все это доставлялось при помощи Казань Экспресс, ну и заняло это где-то около недели даже. Дней 9, не больше. Вот пришло вот в такой упаковке. Ну и давайте посмотрим, что находится у нас внутри, что из себя представляет мышка. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Давайте приступать. Вот такая вот упаковка представлена. Здесь вон основные характеристики. Ну, во-первых, они сделали быструю прокрутку, дальше боковую прокрутку, эргономичный дизайн, ну и 5 уровней до 5000 DPI. Может работать как при помощи ресивера, или еще его называют свистка, и плюс 2 диапазона Bluetooth для подключения к 3 устройствам при помощи ресивера и 2 подключения при помощи Bluetooth. Здесь у нас характеристики, штрих-код, модель M751. И давайте посмотрим основные характеристики. Модель у нас M751 стала. Подключается при помощи Bluetooth и 2,4 ГГц. Версия Bluetooth 5.4, но, скорее всего, одна из. Потому что если два подключения, скорее всего, нижняя будет 4. Дальше 2,4 МГц частота, на которой общается, до 2,4 183,5 МГц. 4 дБ это максимум свойств. Дальше 10 метров может общаться от свистка компьютера. Имеет DPI 1000, 1600, 2400, 3200 и 5000. Питается при помощи алкалиновых батареек тип 2А, и 2 штуки нужно. Поддерживает разные оси, имеется в виду Windows, macOS, Linux, Chrome, ну и Android определенных версий, как вот здесь вот продемонстрировано. Больше ничего нету. Ну и здесь идет стандартная их пломба, которую вскрываем и смотрим, что у нас находится внутри. Внутри у нас находится мышка. Давайте ее сразу же освободим. И инструкция по эксплуатации на множественных языках представлена. Английский, испанский, индийский даже есть, русский есть, на различных языках, и основные характеристики представлены. Как управляться, как подключать. Здесь как переключать DPI, как переключаться между ресивером и Bluetooth соединением. Ну и основная информация представлена, языков много, в том числе и русский. Так что вы можете все это дело взять, почитать, для того, чтобы быть в курсе, как управляться этой мышкой, если не знаете. Вот такая вот мышка пришла. Кстати, она вроде как повторяет конструктивно предыдущую мышку Ugreen M04. И, похоже, повторяет вот мышку Logitech, это Martin M705. Единственное, она чуть побольше, имеется в виду по высоте. Хотя по высоте даже, ну, чуть-чуть побольше, из-за того, что здесь боковая прокрутка есть. Так. Ну, здесь стопора никакого нету. Либо постепенно вращаете, ну, либо многостраничную информацию просматривайте до поиска своих моментов. По поводу, по-моему, бесшумной клавиши. Так, ну если не стучать, а если нажимать, то они бесшумные. Конечно, если будете стучать, то пластик издает шум. Если будете просто нажимать и работать на ней, то никаких проблем не ощутите. Давайте посмотрим, что находится внутри.
Внутри ожидаемо есть свисток, ну или ресивер называется, для подключения по 2,4 ГГц. Кстати, здесь ничего нету. И питается от двух аккумуляторов либо батареек. А давайте сначала мы вот эту ножку завешаем, а потом тоже с ресивером. Ресивер около грамма весит, так что большой погрешности у вас не будет. И давайте, чтобы взвешиваем мышки, сначала вот эту мышку, это сейчас давайте включим в граммы. Здесь внутри у нас находится два аккумулятора, батарейки и свисток. Весит она 138 грамм. И еще один момент. Сейчас включу. Вот если вы видите, зеленый загорелся. Эта мышка может работать и с одним аккумулятором. Вот включаю я, включается. И давайте тоже взвесим, сколько весит. Ну и здесь 114 грамм, 113. И давайте сейчас посмотрим, может ли работать эта мышка. А может, он, видите, загорелся с одним аккумулятором. Может осуществлять. Так, давайте мы закроем, отключим и взвешиваем. Весит 124 грамма. И в этом положении тоже у нас все функционирует. Давайте тоже взвешиваем двумя. И вот видим, у нас здесь 149 грамм. Если кому-то нужна особенно развесовка, то есть если ему неудобно работать с двумя аккумуляторами, можно использовать один. Все общедоступно, никаких проблем не составит. Ну и давайте посмотрим, как она сейчас функционирует здесь. Ну вот видите, переключение DPI здесь происходит миганием. Один раз мигнуло. Это у вас 1000, два раза там. Следующее значение 3 раза. Ну и так до 5 раз, до 5000. Причем вот мышка, похоже, ближе вот к той мышке и к мышке Ugreen M204, которая была на моем канале, как раз под руку. Происходит исполнение. И подключение к Bluetooth, разные варианты. Свисток, первый Bluetooth соединение и второе Bluetooth соединение. И давайте еще один момент проверим. Есть вот специальный чехол для мышки Logitech M705. Подойдет ли он для мышки Ugreen M751? Но как видим, плотненько сидит. Этот чехол подошел. Ну и давайте проверим, как у нас будет подключаться наша мышка к ноутбуку, к компьютеру. Сначала проверим, как будет подключаться к ноутбуку, к компьютеру при помощи ресивера или свистка. Ну вот она подключилась. Ну и как видим, прокрутка у нас работает. Единственное, здесь нету стопора. Ну и также можно воспользоваться стандартной прокруткой при нажатии колесика. Она тоже работает. И кому как удобнее, либо колесиком, либо вариант. Клавиши не слышно совсем. Все функционирует. Обратно возвращаются кнопки сбоку. Никаких проблем. Так. И боковое колесико тоже функционирует. То есть можно такие виды прокрутки тоже прокручивать. Минус нету то, что программного обеспечения по назначению кнопок. Но берем универсальное программное обеспечение, благодаря которому вы это все сделаете. Назначите те кнопки, которые вам необходимы в функционировании в различных приложениях. И давайте еще один вариант посмотрим, а именно одно соединение Bluetooth. Для этого сейчас мы параметры
с ключем. Соединяем свисток и переключаем. А вот она нашла. Все, она даже заряд показывает. На мышке, а в частности два аккумулятора у нас 75%. Что тоже хорошо. И давайте, кстати, сейчас давайте проверим и здесь же прям. Второе соединение. Вот я его переключаю. Вон зеленый мигает. А опять обнаружено устройство. Все подключилось. И вот у вас сопрягается. Все работает. И давайте вернем свисток. И обратно вернем его на функционирование. Все, вот три типа подключения мы увидели. Не обязательно на одном ноутбуке подключать, если у вас несколько устройств, а именно 2-3, то можете переключаться между ними при помощи Bluetooth. Давайте сейчас проведем еще тест при помощи енота и посмотрим, как функционирует эта мышка в этом программном обеспечении по ресиверу. Итак, приступаем. Итак, я вам продемонстрировал мышку Ugreen M751, которая сделана как Logitech MX Master, но ближе подходит все-таки к мышке Logitech, имеется в виду по форме M705 Marten. Также по габаритам, ну и по эргономике расположения. Единственное, добавляется два колеса, это вертикальная прокрутка быстрая и горизонтальная прокрутка, если вам необходимо ее выполнять среди страниц, либо каких-то CAD-систем. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.